Максим, пожалуйста. Значит, вот год со времени Майдана. Мы видели, как там жгли покрышки, кидали бутылки и так далее. Это вот прорвалась свобода. Она сколько просуществует, на ваш взгляд? Знаете, что в этом году у меня вышла книжка «Евромайдан». Там сотни опрошенных людей, которых мы опрашивали, в том числе на Майдане. Надо понимать следующее. Ни одно из требований или желаний Майдана не было удовлетворено. Но в этом упрекают коррупция, Порошенко и националисты, посмотрите, между прочим. Они конечно, с вами и это упрекают согласны. Всех. Коррупция еще хуже. Олигархи у власти еще хуже. Уровень жизни еще хуже. Посмотрите, что происходит. Свободу слова хотели. Где теперь свобода слова? Людей арестовывают за то, что они говорят что-то не то. Понимаете? Понятно. Ни одного требования Майдана практически не выполнено. И это люди эти понимают. И только заменили одних людей на других людей. Хорошо. И это что? Предопределяет крайне.